Шалом, дорогие друзья! Я в очередной раз рад приветствовать всех вас в нашей рубрике «Перспектива Тора. Перспектива иудаизма», где мы рассматриваем повседневные аспекты нашей жизни именно с точки зрения Торы и иудаизма. Сегодня про главу Шмини. Дорогие друзья, в главе Шмини, в самом конце главы, мы будем разбирать тему святости еврейского народа. Есть некоторые вещи, которые разрешаются нам в пищу, есть некоторые животные и существа, которые не разрешаются нам в пищу. Есть кошерные и некошерные, чистые и нечистые. Дорогие друзья, и вот когда мы приходим и читаем про тот момент, какие птицы разрешены в пищу еврейскому народу, написано, что запрещается также кушать птицу аиста. Так переводится аист. Тора аиста называет хасида от слова хесед. Спрашивают наши мудрецы, а почему именно аиста нельзя кушать? Ведь на самом деле в списке, и также по мнению Рамбана Нахманидес, по его мнению, мы уже говорили несколько раз, что именно те существа, те животные, которые отличаются своей жестокостью, их нельзя употреблять в пищу. Но аист, мы не видели, чтобы аист действовал жестоко. Наоборот, Тора называет его хасида от слова хесед, благочестивость, милость, любовь, проявление помощи другому. Так почему же, если аист такая благочестивая птица, хасида, почему аиста Тора запрещает там в пищу? Наши мудрецы говорят, что хасида, аист, она благочестива и помогает только своему виду птиц, аистам. Другим видам птиц аист не помогает. И другим существам аист не помогает. Только своему виду птиц, только своим, только аистам помогает, относится с милостью и с любовью. Дорогие друзья, и наши мудрецы говорят, именно эта характеристика аиста является ясным знаком того, что он не кошерный. Ведь на самом деле еврейская религия, иудаизм, учит нас, что надо помогать не только своим, а надо помогать всем. Дорогие друзья, в эти недели миллионы людей остались без дома. Они бегут, и многие помогают им. И известно, что это нелегко помогать, делиться со своим куском хлеба. Ведь мы знаем, на самом деле, именно те делятся, у которых у самих, может быть, есть дома какой-то дефицит и недостаток. Очень важно помогать другим, не только своим, не только своей семье и своему народу. Другие народы тоже должны помогать беженцам. Дорогие друзья, Израиль за свое существование 73 года, скоро будет в Израиле 74 года существования Израиля. За этот короткий период времени Израиль прошел 8 войн, 2 интифады и каждодневный террор, как, например, это было на этой неделе в Бершеве, когда зарезали, ударили ножом, убили и женщин, и мужчин, и равина. Дорогие друзья, но за все эти 8 войн, 2 интифады и каждодневный, ежедневный террор израильских беженцев никогда нигде не было. А куда бежать? Наверху Сирия и Ливанон, с другой стороны Иордания, там снизу у нас Египет, Саудовская Аравия. Куда бежать? Никогда ни в какую войну не было израильских беженцев. Никакая страна никогда не должна была принимать израильских беженцев. Нам некуда бежать. Израильские граждане никуда не убегают. Но это не означает, что мы не знаем, что есть беженцы в мире, которым надо помогать. Израиль – маленькая страна и географически, территориально, и по своему возрасту всего 74 года, молодая страна, а также по числу населения – 10 миллионов сейчас мы насчитываем. И именно эта маленькая страна наравне с огромными странами взяла на себя бремя и ношу, и также честь помогать миллионам других людей. На этой неделе отправили много врачей,
чтобы построить, соорудить госпиталь для раненых, для всех, кому нужна помощь. Израильские врачи-евреи поедут и будут помогать. До этого, до того, как был построен госпиталь, до того, как отправили гуманитарный груз, много-много самолетов, до этого уже выехали много раввинов, десятки раввинов, которые поехали на восток Европы, чтобы помогать беженцам тоже душевно по религиозным вопросам. Дорогие друзья, не забывайте, что самый ясный знак некошерности – это когда человек помогает, но помогает только своим. Это и есть некошерность, почему Тора запретила принимать в пищу аиста, который называется хасида. Вроде бы благочестивый, но не до конца. И это самое некошерное, что есть. Друзья, проявлять хесед только к своим, своему виду, это, мы сказали, уже знак некошерности. Но также это и знаки глупости. Ведь на самом деле у нас у всех один Творец. Бог один для всех. Он создал как меня, так и других тоже. Поэтому боль других, даже если это человек не из моего народа, не из моего вероисповедания, должна быть тоже моей. Помогать другим. Быть милостивым к другим тоже. Это и кошерно, доблестно, благочестиво, а также и мудро. Я всем желаю мирного неба, всего хорошего, шаббат, шалом.